Доброго времени суток, любители мистических историй. Это игровой канал Тушары. Если вы соскучились, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы, конечно, еще не сделали этого. А мы начинаем. Сегодняшняя наша мистическая история будет посвящена Войду. Войд с английского переводится как пустота. Пустота является термином, обозначающим пустое пространство выше или ниже сформированных границ каждого мира. Его можно увидеть, сломав бедрок. Как мы знаем, бедрок нельзя сломать в режиме выживания. Его можно сломать только в креативе. Ни одна сущность, моб или даже растение, ничего, даже вода и лава не могут попасть в пустоту. Но все равно, вы никогда не задумывались, что как-то странно, что в пустоте не находится ничего, ни одного существа? На самом деле это ложь. Есть множество очевидцев того, как из пещер вылазили странные непонятные мобы с черными скинами. Они либо ломали блоки, или же затаскивали мобов, свиней, овец и все их вообще, даже растения. Все это они затаскивали в пещеры, и больше эти мобы не появлялись. Есть вероятность того, что пустота не так уж и пуста. Сегодняшнее мое видео будет посвящено существу под названием Void. Приятного просмотра, мы начинаем. Ничего не предвещало беды. Я просто, как всегда, искал что-либо мистическое в Майнкрафте. Тут я решил зайти в одну из пещер. Оказалась совершенно обыкновенной. Но что я запомнил и заметил потом на реплее данного видео, это то, что весь мой путь как бы обозначался обсидианом. По мере моего продвижения я постоянно замечал один блок обсидиана. Такое ощущение, что это как бы подсказка, куда-либо идти. Но я на это не обратил внимания и просто занимался своими делами. Шел я достаточно долго, добывал ресурсы железа и так далее. Потом спустился пониже, еще ниже и еще ниже. Вплоть до того, как дошел до края мира. Точнее, до бедрока. Бедрок сломать нельзя. Но вот именно здесь я заметил довольно странную пещерку. Эта пещера как бы идеально была выточена. Я решил по ней пройтись, заметил алмазы и еще красную пыль. Пройдясь немного по этой пещере, я натолкнулся на небольшую такую комнатку. Сначала я ничего не заметил, но повернувшись, заметил непонятное существо. Это существо я успел рассмотреть достаточно близко. Но долго мне не пришлось ждать, как Майнкрафт завис. Я попятился, думал уже отойти от этого существа, так как оно начало издавать странные звуки. Но внезапно за мной показалась пропасть, и я упал в бездну. Ну и, естественно, выпал из мира. Сейчас мы посмотрим стоп-кадры, а также повторы того, как я встретился с Войдом. Действительно, можно рассмотреть черный скин непонятного моба. Такого я еще раньше не встречал. Конечно, похоже как на забаговавшийся скин, но на самом деле... Но это видно, что это скин человека. Твою мать, что это? Черт! Нет, нет! Твою...
Где... Что это было? Черт, что так Майнкрафт глючит? Капец, 10 FPS. Вы видели это? Есть много версий того, как мог появиться Войд. Это мог быть какой-то человек, который, допустим, упал за край мира, но ему удалось выжить, и его полностью поглотила тьма. Есть вероятность того, что Войд и делает вот эти самые пещеры, по которым мы ходим в поисках ресурсов. Немножечко походив по форумам, я обнаружил множество сообщений о том, как люди замечали странное черное существо, которое затаскивало в пещеру мобов. Сначала они думали, что им показалось, но потом, пройдясь немного по этой пещере, они могли находить жареную свинину или же жареную баранину. Странно, действительно. С вами был Тушара, оставайтесь всегда на линии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте, что вы лучшие, и всем удачи, всем пока, чао!